Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A53. Сейчас я покажу вам, как на данном устройстве произвести сброс настроек камеры до заводских. Итак, для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в камеру, открыть нашу камеру и далее перейти в настройки камеры. Здесь они находятся в левом верхнем углу. Нажимаем, и следующее, что нам нужно сделать, это перейти вниз, и у нас здесь есть пункт «Сброс настроек». Нажимаем на него и сбрасываем настройки камеры. Все, и камера вернулась в исходное свое положение до своих заводских настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.